Ставрополь любители поохотятся. Решили мы попытать снова счастье. Уже в который раз. Попытка не будет. Да. В этот раз мы будем по-настоящему охотиться по-флоридски с катером в болоте. Попробуем добыть кабанчика сегодня. Деленя сказал: слушай, ты неудачник, возьми мою лодку, иди поохоться. Как нормальный человек. Ну, я что, надо воспользоваться шансом. Пока дядя Леня на отдыхе. Попробуем добыть кабанчика. Взяли ружье, взяли луки. Короче, что будет? Если будет близко, значит лук. Если далеко, значит. Значит, ружье. Ну, проблема в том, что ружье, наверное, не настроенное. Такая тупая ошибка. Ну, я думаю, что все нормально. Я последний раз я стрелял по медведю с нее и попал. Но больше я не стрелял. Ну ладно, да. Все, ребятка, плывем мы на катере, короче. На катерке. Идем поохотимся. Сейчас найдем это место. Я уже давным-давно там не был. Попробуем, проверим. Все, Веня готов, я готов. Все, погнали. Веня там. Все, мы добрались, нашли место. Так, теперь быстро по инвентарю, чтобы когда будет косяк, чтобы мы уже никого не обвиняли. У нас постоянно какой-то казус. Ладно, все, смотрим, что у нас есть. И отчалим. Надо быть за 2 часа раньше там. Так, Веня, что у тебя должно быть? Лук, релиз. Где релиз? Релиз есть, есть. Шапка есть. Пакет для мяса, ножи, фонарики, паракорд. Бутерброд с салом. Дома. Опачки, все. Пока мы как говорится, не пройдучи. Разворачиваемся. Все. Так, мой лук есть, стрелы есть. Фонари у нас есть. Есть, есть. Фонари есть. Лицензии есть. Вообще за кабанов нам не надо лицензии, вдруг отделить будет. Так, ружье взял, обойму взял, фонари есть, пить есть. Алой бутерброды взял. Метров 20. Сейчас будет еще один поворот. И лезем на дерево. Смотри, как я одел. Сильвестр Сталлоне так не одевался в Рэмбо. Видите, технология. Все, погнали, бьем. Бери руку, пускай, все нормально, ты стоишь. Давай не так, подожди, сейчас. Давай мы приготовим наш дальномер, хотя бы один. Вымеряем территорию.
сейчас доставай самовар, Женя. Сапогом. Сапоги есть. Смотри, надеюсь, скоро начнется движуха. Как там у нас там? Как я рад. Ну чё, ждём, я думаю, скоро всё будет. Самка была. Мне за нее говорили, что она приходит и смотрит всегда прямо на это дерево. И как раз случилось, она прямо шла, она за кустом подсматривала. Пока я залез, она еще не могла меня увидеть. Я уже ровно стоял. И она прямо на дерево посмотрела. Просто развернулась и ушла. Короче, домашняя свинья. Друзья, с полетом. Первый в этом году. Мы сколько меня с тобой прошли охоту. А да. Залазь сюда. Видно. Опа. Сколько охот мы с тобой? Охот 7, наверное. Это только здесь. Да. Там все летом на охоте. Короче, можно громче разговаривать. Ну, мы рассчитывали просто с лука. Было ряд неудобных. Ряд неудобных ситуаций, когда с лука было очень тяжело стрелять. Но мы, как говорится, планку повыше взяли, что мы сможем с лука. Но не всегда на большом расстоянии
То есть сейчас было время для, для винтовки. Думаю, сколько там метров? Он замерил, отлично. Была, короче, самка была, самца, с выводком, но мы не трогаем, мы взяли кабана. Угу. Ну, ребята, видите, все, да, мы долгое время охотились, ждали. Нет. Где? Все-таки кабанчик. Кабанчик. Наверное, мелочь это. Мелочь бегает. Маму ищет. Ну да. Ребята, все, супер, поставки у нас есть, есть, все, все, слазим, короче, идем, фоткаемся. Вывод, вывод один можно сделать. В подходящей ситуации нужно подбирать подходящее средство охоты. Да. Потому что, ну, как бы можно, конечно, с луком ходить и долго, и нудно, но иногда надо с винтовки. Ну да, раз и все, короче. Да? Ну. Ну, олень это должен быть лук, я думаю. И дерево хорошее. Ну, не, сейчас луком у нас, будем. Видишь, у нас это дерево неудобно для лука. Мне, чтобы развернуться, нужно столько телодвижения сделать, что, короче, спалиться очень легко. Я просто тут буквозю выгибаюсь и реально... Ты видишь, я тебе скажу еще, да, ты, тут неудобно, да, раз, я здесь два, плюс ветки мешают. А знаешь, что я только что обратил внимание, помнишь, ты говорил, ну, мы как бы расстроились, что там ну, чуть-чуть, это, да. Это ушла свинья. Да, да. И это я говорю, что Леня мне говорил, что ну, значит... они уходят. Приходит какая-то самка, посмотрит, короче, спаленным и сваливает. Она знает угу. дерево, где угу. кто ждет. Угу. И что получилось, короче. Нас, она ушла, сзади у нас какой-то шорох. И потом выходит, это совсем другая самка. Другая, это да, совсем да. другая самка, и за ней, короче, кабанчик угу. бегал. Угу. Ну, и мы подняли, короче, кабанчика. Мы дождались кабанчика. Угу. Он сначала ушел, ну, вы все видели, короче, он ушел, вернулся, и мы его, короче, успешно добыли. Он уже копытка отбросил. Ну что, у нас теперь время слазить, короче, да, время слазить. И чистить добычу. Погнали, да, погнали. Мы наконец-то Веня, давай быстрее слазь, быстрее, давай, давай, побежали. Бегом, бегом. Веня, как тебе чувство победы? Отлично. Всегда результат радует. Процесс процессом. Хотелось бы с лука шмальнуть, но не то. Дерево очень, короче, ну... Не для стрельба. Благоприятные условия. Где наш кабан? Вот наш зверь. Угу. Слушай, не стыдно за него? Килограмм нормально, такой. Кабанчик. Килограмм 40. Кабанчик отличный. Слышь, там кто-то побежал. Так, друзья, все, закончилась наша сегодняшняя охота. Успешно. Почему я держу с собой лук? Потому что это круто для фотографий. И мы, кстати, планировали, что... Мы будем стрелять с лука с Веней, но, так, короче, так пришли обстоятельства, что пришлось применять ружье, потому что, ну, мы уже давно хотим этого мяса. Ну, что, все, берем, тянем его. Ребята, спасибо вам за просмотр, все, у нас приключения еще будут, все только начинается, все, до свидания, всего самого лучшего, все, пока.